Ее невыносимое горе со временем отрастило длинные скорбные волосы. I am a lock. Приветствую всех, вы на канале Ivan Rock. Это рубрика «Руководство по аномалиям». И сегодня у нас аномалия класса Тетх, смотрящая на стену. Аномалия постоянно громко дышит. Ну, перейдем к информации об аномалии. Вот история аномалии. Аномалия наносит белый урон. Ходить лучше всего на инстинкт. А почему лучше не ходить на привязанность, мы разберем позже. Аномалия жадина и не имеет даров. Вот особенности аномалии. Если сотрудник с первым уровнем выдержки закончит работу с аномалией, то по окончанию он запаникует. В результате среднего результата работы уровень счетчика клепота понизится с 50% вероятностью. В результате плохой 70%. Начав работу на привязанность, уровень счетчика клепота гарантированно понизится. Когда уровень счетчика клепота достигнет нуля, аномалия издаст скример, и все сотрудники в отделе получат 18-25 белого урона. Аномалия при этом еще и должна притягивать камеру игрока к своей камере содержания, но почему-то при записи видео у меня это не сработало. Аномалия наносит свой урон довольно странным образом. Ее не волнует, если сотрудники из ее отдела находятся в другом конце комплекса. Они все равно получат белый урон. Притом, если сотрудник из другого отдела находится в отделе с аномалией, он не получит никакого урона. Вблизи скример выглядит вот так. В легаси-версии игры скример был куда более ужасающий. Вот так выглядит сотрудник в полном сете аномалии. Арбалет на один класс выше, чем класс аномалии, и имеет требования к мудрости второго уровня. В описании арбалета сказано, что сотрудник с мужеством и мудростью второго уровня с каждым выстрелом с 50% шансом нанесет себе 5 белого урона. Тем не менее, что бы я ни делал, персонаж продолжал получать 0 белого урона. Оружие от HE класса у Тетх аномалии это очень хорошо. И как дальнобойное оружие, оно отлично справляется с роботами. Этой информации в описании оружия нет, однако оно пробивает всех врагов на своем пути, что делает его отличным против червей и других групп врагов. Аномалия простая в содержании,
Все, что нужно делать, это не послать в нее сотрудника с первым уровнем выдержки, да и на привязанность можно будет наплевать, если у вас весь отдел полон крепких людей. А в случае чего, с помощью крика можно избавиться от всех клерков на отделе, что может упростить работу с некоторыми аномалиями. Ну и на этом у меня все. Это было «Руководство по аномалиям», часть 22. Всем удачи, всем пока!